Болеем за наших футбольный матч Россия-Англия. Причем делаем это не дома перед телевизором, а на площади перед консерваторией. Здесь установят большой экран. Организаторы «Единая Россия». 12 июня отмечаем День России. Праздничные мероприятия начнутся с автопробега. Он стартует от Дворца культуры России в 11 часов и завершится здесь, на Театральной площади, где машины выстроятся в надпись «Я люблю Россию». А после необычного флешмоба всех приглашают на концерт. Чуть позже всех желающих приглашают на автобусные экскурсии по столыпинским местам. Саратовцам расскажут, где жил великий реформатор, чем он занимался, где работал и где любил бывать. Ну а завершаться праздничное мероприятие, как всегда, концертом. В этот раз он пройдет на набережной возле памятника Гагарину. Выступят лучшие городские коллективы, ну и по традиции устроят салют. Мероприятие сделано таким образом, что можно поучаствовать и найти там, где каждому гражданину больше по душе. Есть здесь сделанное специальное мероприятие для молодежи и автолюбителей, которые, используя молодежный такой флешмобовском формате, выразить отношение к данному празднику. Понедельник – день тяжелый, особенно для спортсменов. 13 июня предлагаем вам посмотреть на выступления саратовских силачей. У нас пройдет чемпионат по кроссфиту. Говорят, это будет очень зрелищно. Хоть, конечно, для спортсменов это действительно очень серьезное испытание, для зрителей это очень интересное и красивое зрелище. Потому что наблюдать за тем, как работают другие, это каждому интересно, каждому приятно. И думаю, что те люди, которые придут там на мероприятие, они будут очень, останутся довольны. Ну, какое же лето без клубники? Кстати, поесть ее можно не только у себя на даче, но и в Балаково, на набережной. Там пройдет фестиваль этой ягоды. Теплых вам выходных!